Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий», в которой мы расскажем об астрологическом прогнозе с 28 августа по 3 сентября. На этой неделе свои дни рождения празднуют представители знака зодиака Дева. Стихия Земля, планета-покровитель Меркурий, камни-талисманы, приносящие удачу, оливин и горный хрусталь. Девы редко витают в облаках и мечтают о том, чего нереально достичь. Поэтому в этот период удача улыбнется трудолюбивым и целеустремленным людям, рассчитывающим только на свои силы. Овнам на этой неделе многое придется начинать сначала, с чистого листа. Причем лучше рассчитывать только на свои силы и возможности. Тельцы на этой неделе будут периодически оказываться в ситуациях, где необходимо сделать выбор и принять непростое решение. Внимательно проверяйте информацию и прислушивайтесь к советам друзей. Близнецы будут полны силы и энергии, так что самое время осуществлять задуманное. Работать лучше не в одиночку, а в сотрудничестве с другими. Так и легче и выгоднее. В выходные больше общайтесь в самых разных компаниях, узнаете много интересной и полезной информации. На этой неделе раки для коллег, друзей и близких станут мудрыми наставниками. Окружающие будут ждать от вас ценных советов и решения сложных вопросов и задач. У львов эта неделя будет полна событиями, встречами, разговорами. Рассчитывайте только на свои силы, так как помощь других может оказать вам медвежью услугу, которую трудно будет потом исправить. Неделя складывается благоприятно для дев, состоящих в браке. Вы сможете договориться с партнером по любым спорным вопросам. Старайтесь строить отношения, придерживаясь гибкого подхода, прислушиваясь к мнению любимого человека. Весам звезды советуют начать постигать азы нумерологии. Числа станут для представителей воздушной стихии самым мощным талисманом удачи. Скорпионы рискуют ввязаться в игру «Испорченный телефон», так что постарайтесь не становиться посредником в общении. Связывайте людей напрямую. А еще гороскоп советует скорпиону тщательно обдумывать свои слова и поступки. На этой неделе стрельцам астрологи советуют меньше думать о материальном. Помните, что за деньги нельзя купить ни любовь, ни дружбу. Цените окружающих, уважайте их мнение и интересы, а впустив в свое сердце доброту, вы заметите, как жизнь меняется в лучшую сторону, и в вашем окружении появляются все больше честных и благородных людей. Работа потребует от козерогов всей собранности и пунктуальности. Впрочем, и награда не заставит себя долго ждать. Уже в пятницу многие представители знака получат заслуженную премию. В профессии многим водолеям удастся продемонстрировать свои организационные навыки, умение договариваться и найти подход к совершенно разным людям. Руководство оценит ваши способности в виде материального поощрения и предложения занять более высокую ответственную должность. Некоторые рыбы на этой неделе задумаются о новой вакансии. Звезды советуют: не ищите легких путей, рассматривайте самые смелые варианты. Помните, ваша судьба в ваших руках, действуйте смело и решительно, а звезды помогут выбрать верный путь. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!